Всем добрый вечер. Спасибо всем участникам мемориала еще раз за прекрасный турнир. В этом году был очень интересный, молодой, яркий состав. И мне кажется, что за исключением нескольких туров, таких, где люди не смогли показать ярких шахмат, большинство партий было просто прекрасно. У нас редко, когда партии заканчивались раньше 50-го года. Поэтому спасибо большое еще раз за очень яркую творческую игру. Одним из спонсоров уже многолетних федераций является банк ВТБ, которому мы несколько месяцев назад предложили провести отборочный турнир за право сыграть в блиц-турнире с ведущими шахматистами мира. И ВТБ провел этот турнир, определился победитель. Сегодня, наверное, после небольшой паузы после небольшой паузы мы проведем этот турнир. Сейчас мы определим 6 человек или 8, и одним из этих людей будет любитель шахмат, не профессионал, который сыграет с лучшими шахматистами мира, с участниками чемпионата мира по блицу. И я хочу отметить, что эти мероприятия будут традиционными не только во время мемориала Таллин, но и в течение всего года мы постараемся делать больше ярких, интересных событий, в которых будут принимать участие настоящие любители шахмат. Спасибо огромное.